嗨，大家好，我是躺平叔，带来一些真正的中国。今天是2023年9月3号，这一期啊，咱们聊一聊俄罗斯。今天啊，我在网上看到一个关于2024年俄罗斯大选，然后有这个机构啊，去在俄罗斯的这个几个城市，从这个莫斯科到下面一点的城镇，再到乡村做街头采访，哎，问他们对普京的这个支持情况。换句话说，就是他们支持不支持普京继续这个2024年参与大选。会不会投票给普京啊？就这么一个采访，哎，他这个是中文字幕的，我觉得非常有意思，也能反映啊当下这个俄罗斯民众的一些真正的动态和思想状况。大家呀，可以先看一下这个采访的视频。Вот будете ли вы в 2024 году голосовать за Путина? Нет. Почему? Я не хожу на голосование и никогда не голосую. Буду голосовать за Путина. Я не отвечаю на такие вопросы. Почему? Потому что это мое личное дело. Не зря же кабиночки стоят, чтобы никто не подглядывал. Наверное, нет. Потому что я не живу в России. Да. Потому что я считаю его сильным лидером. И победа за нами по-любому будет. Нет альтернатив. При наличии каких-то альтернатив, может быть, и нет. Мне кажется, на текущий момент альтернатив нету. Нет, конечно, Путин является представителем абсолютно неграмотной власти в аспекте геополитики. Это первое, потому что он использует самый примитивный приоритет. Это военный приоритет управления. Поэтому плюс это, конечно, бандитизм при власти. Это всем очевидно. Конечно, нет, не буду. Нет, я не буду голосовать. Я не разбираюсь в этом, поэтому я не голосую. Да? Всегда это делаю. Клёвый мужик. Нет. Нет. Да? Стабильность? Я даже не знаю. Не голосовал еще ни разу, но мне кажется, можно будет попробовать. Скорее да, получается. Скорее да, чем нет. Такой вопрос. Да. Проголосую. Пока еще не знаю, но, наверное, да. Если менять правительство, не факт, что что-то поменяется в лучшую сторону, а сейчас как бы больше хорошего, чем плохого. Да. Потому что привыкли уже к нему. Надеюсь, что нет. Нет. Почему? Ну, я слишком знаю многие нюансы, которые говорю нет. За Путина? Ну, я вообще не голосую, поэтому... нет. Нет. Ну, потому что не поддерживаю. Нет. Я не пойду на голосование, потому что я туда не хожу, мне как-то все равно. Да. Ну, потому что я считаю, что он самая наилучшая кандидатура на данный момент, которая что-то сможет сделать для страны. Да, буду. Ну, потому что меня вполне устраивает наш президент, и я не вижу никакой другой альтернативы. Нет. Просто не поддерживаю эту политику. Ну, я против войны. Буду. Ну, я считаю, это очень грамотный, умный человек, который способен выдержать менталитет России, который способен вообще выдержать то, куда Россия идет. Я думаю, что это человек, на которого можно опереться. Мне, как гражданину России. Это сложный вопрос. У нас же никто не голосует. Не, я, в принципе, на выбор не пойду. Да я не знаю, что будет завтра. А что говорить в 2024 году? Ну, я как бы считаю, что он со стороны внешней политики очень сильный президент, и других как бы вариантов нет. Внутри государства всегда будут проблемы, есть всегда крысы, которые найдутся и сделают по-своему как бы. Но я считаю, что как бы это хороший президент, который может... Нам повезло с ним. Ну, практически да, могу сказать так. Я вообще особо не голосую. Никогда не голосовали. Об этом будете? Мне кажется, я понимаю, о ком речь. Мы сейчас говорим об одном человеке. И у него была, в принципе, довольно-таки позитивная роль первую пару сроков. Ну, а сейчас уже происходит, может, какой-то застой, может, что-то надо менять. Но никого у нас не пропускает. Это просто, это у нас вообще во всем в стране. То есть, посмотрите на телеканалы, там, по Первому каналу одни и те же лица. Я думаю, есть молодая кровь, есть кого-то пустить, но у нас вот так вот устроено. У нас собрался какой-то косяк, и вот только он как бы у нас и рулит всем.
Ну, единственный человек, за которого я всегда голосовал, это был Владимир Вольфович Жириновский. К сожалению, не помню, в этом или в прошлом году его не стало. Поэтому... Раз не Жириновский, тогда вот за действующую власть, которая сейчас вот и управляет всей страной и управляет достаточно эффективно. Обязательно. Буду. Конечно, буду. Тут даже вопросов нету. Конечно, буду. Обязательно. И только за Путина. И всю жизнь за Путина голосовала и буду голосовать. Это наш президент. Поэтому другой альтернативы на сегодняшний день не вижу. Да. Ну, строится все. Все делается, как бы. Стремимся к лучшему. 100%. Вообще, конечно, буду голосовать. 100%. Почему? Ну, потому что будем. Да ну да, просто проголосуй и все. Потому что считай, что больше ничего не изменится уже. Однозначно. Замечательный мужчина, управленец, ответственный. И именно с ним наша страна поднялась с колена и выпрямила плечи. Буду. Во-первых, не вижу другого претендента. Во-вторых, он наш. Он такой же, как и я. Он дракон весы. Стойте, хотя бы, хотя бы поэт. Буду, потому что он мне нравится. Да, буду. Почему? Ну, потому что хорошо зарекомендовал себя за все эти годы. Ну, а то, что происходит сейчас, ну, ответить сложно. И понять тоже. Я да. Я считаю, что наш президент многое делает и, надеюсь, будет делать для нас. Однозначно нет, потому что, ну, считаю, что то руководство страны, которое мы имеем сейчас, оно, ну, как бы явно коррупционированное и не занимается вопросами, ну, внутренней инфраструктуры. Однозначно нет, то есть однозначно против. Мы живем не в свободной стране, я не могу сказать все, что я хочу. За Путина, конечно, тоже. Нет, я не думаю, что мой голос будет на что-то влиять. Думаю, да. Ну, пока мне все устраивает. Я, наверное, буду. Если сравнивать с предыдущими президентами, то, наверное, это на данный момент лучшее, что может быть. Я, в принципе, в выборах не участвую. Я от политики отстраненный человек. Это не моя стезя, я в ней не разбираюсь, поэтому считаю... Что если ты в этом не совсем разбираешься, некомпетентен, то делать там нечего. Поэтому как-то так. Будете ли вы голосовать за нет. Путина или нет? А, за Путина буду. Почему? А потому что больше не за кого. Я буду голосовать за Путина. Буду голосовать. Будем, если денег даст побольше. Скорее всего, я буду за него голосовать, потому что он очень много сделал для нашей страны и продолжает делать. Конечно, буду. Потому что, блин, красавец он, что там. Мне нравится, как он выполняет свои дела. Да, потому что больше не за кого. Я просто не буду голосовать. Я не буду голосовать. Я скажу честно, вот даже если я проголосую, да, неважно за кого. Я знаю просто как бы итог вообще выборов какой будет. Это очевидно просто. Я буду запретно голосовать. Ну, если он будет в кандидатов, скорее всего, да. О, божечки, у меня трое детей, я не знаю ответа на эти вопросы. Я не политичная, поэтому... Я же поэтому и говорю, какие вопросы будут? А мы будем голосовать. Вы будете голосовать? Да, мы будем голосовать. Будете ли вы голосовать за Путина или нет? Питер будет голосовать за Путина. Кого же еще? Да, Славик? Как нашего президента зовут? Путин. Путин Владимир, да? Вот. Так Путин, что будем? Путин. Ну, в общем, я буду голосовать, да, за ЛДПР. Никаких Путинов. Уж извините, но так и есть. В 2024 году будут выборы. Да. На это время еще многое может измениться. Много новых событий может произойти. Но, как мне кажется, конечно, буду голосовать за Путина, потому что, как бы то ни было, я считаю, что этот человек держит в руках ситуацию в стране. Буду. Почему? Ну, потому что считаю, что его политика направлена... Как бы его вектор политики направлен в лучшую сторону. Будем. Ну, наверное, будет. Потому что я пока никого не вижу лучше. Как бы там что ни говорил кто-то. Нет, есть более подходящие кандидатуры.
Я редко хожу на выборы, в принципе, но если пойду, буду. Да, буду. С удовольствием. Ну, потому что это один из лучших наших президентов. Нет, я не считаю, что этот человек должен быть моим президентом. Буду. Почему? Потому что мне нравится. По крайней мере, мы знаем, куда мы идем. Я не знаю больше такого. Я бы вот за него встала. А кто как, я не знаю, не могу сказать. Хороший человек. Много чего сделал. Ну, вы для себя уже решили. Конечно. Даже не обсуждать. Только чисто за него. Я вообще голосовал. Кроме Путина. Только за Путина. За действующего президента. Да, мы так. Если он выдвинет свою кандидатуру. Может, не выдвинуть? Не знаем. Время покажет. Пока не афишируется это все. Дай бог ему здоровья. Там главное. Там увидим. Я хочу, чтобы он ушел, наконец. И вот этим вот ФСБшникам. Только суньтесь ко мне. Не, ну я по-любому все равно буду голосовать. Я военнослужащий, я 24 года уже в армии. 24 года? Да. Так что я уже все равно пойду за Путина голосовать. Естественно, проголосую. В 24-м году, то есть после Нового года. Угу. Уже выборы? Ну, пойдем, конечно. Ну, а будете ли вы голосовать за нашего президента Владимира Владимировича Путина? Будем. Да, конечно. Ну, вы уже выбрали, получается? Да. Даже без всяких отклонений. Пойдешь ли ты голосовать за него? Конечно, пойду. Обязательно пойду. Пойду. Он занимает правильную позицию, он помогает России занять ее место в мире. Он мужик и молодец, поэтому я пойду за него. Нет. Почему? Ну, Россия много живет. Я буду голосовать за того, за кого мое сердце подскажет. Mm-hmm. Но не за тех, кто сейчас. Нет. Ну вот, решила, что не хочу. А что будем? Будем. Вы уже решили да. за него голосовать? Ну, может, кто-нибудь другой? А нет, кто? Путин, он уже... А кто больше? Нету больше никого? Нет больше никого. А кто? И 100% только за него. И чтоб только желаю, чтобы он только вышел. И надеюсь на это даже других кандидатов вообще не вижу. Только Путин. Только за Путина. Ну, сейчас мы при нем хорошо живем. Ну, как сказать, конечно, много всего и вопросов, но, по крайней мере, у нас страна наша защищена. Я да. Вы уже решили? Да. А почему нет-то? Да. За кого мы должны голосовать? Я-то уже голосовала за него, и я за него. И его полностью поддерживаю. Будем голосовать. Посмотрим, какой курс доллара будет. И зарплата. Ну, вряд ли. Обязательно. Обязательно. Только за Путина. Только за Путина. Чтоб пинков надавал всем. Как следует.这个视频啊，它是采访了100位俄罗斯人，我看完之后啊，我总结了一下啊，因为没有仔细去归类，只是大致感觉啊，它有这么几个特点。第一个呢，就是那种极端的，比如说啊，就是极端支持普京，还极端反对普京的，都是少数。不知道大家有没有感觉到，绝大部分啊，就是大多数啊，都是那种无可奈何。比如说啊，你不投他，投谁呢？啊，这都属于支持普京的啊，就支持普京的里面有很多都是无可奈何的，你没有第二个人呢，就没有他的挑战者啊，等等。这种占多数不支持的呢，是哪种占多数数呢？就是我不投票，我就不想投票，我不喜欢投票。那种明确的说反对普京的，哎，因为他的管理下这个俄罗斯啊一团糟，不支持这个战争，对吧？俄罗斯发动了侵略乌克兰的战争等等。俄罗斯的国家现在有什么问题？贪污腐败、不自由，像这种有，但是少数。那种极端支持普京的，哎，也是少数。这个就非常有意思。第二个特点呢，就是经济越发达的地方，普京的支持率越低；越到那个农村呢，经济不发达的地方，那普京支持率越高，而且支持这个语气和态度也不一样，没有什么犹豫的，就是无脑支持普京，就是这种比例会多一些。他是在莫斯科采访的，
然后在下面一个城镇叫塔甘罗格这么个地方，最后在叶拉西村啊这么一个农村。大家可以仔细看，莫斯科反而还有很多这个不支持的，但是这个叶拉西村呢就支持率就非常高。这说明什么问题呢？这说明啊，随着经济的发展，人们的这个思想会越来越活跃，越来越成熟，因为他见得多，考虑得多，比较开放，信息量大。反而那个农村啊，经济发展不好的地方，思想也僵化，他也很难接触到新的事物，接触到新的事物他也不一定能理解，害怕改变，认为普京就是最好的。这个两点啊，我仔细想了想，就这两个特点呢，这恐怕世界其他地方都差不多吧。你比如说这个东方大国印度，这印度也是这样，你要到这个一线城市孟买或者是新德里，哎，这地方对穆迪的反对啊，就反对的声音恐怕大得多。但是你越到那些偏远的农村，对穆迪的支持者越来越多，哎，这也是个现象。你要在印度的那个广大农村地区，你要说啊宣传反对穆迪，你估计你要挨揍，群众不答应。但是你要在孟买，在新德里，你要宣传穆迪不行，对吧？穆迪这经济政策搞了一团糟，说穆迪开倒车，那估计还很多人认可。那从俄罗斯角度来说呢，普京啊，他为了讨好这些发达地区，比如说莫斯科、圣彼得堡，所以他就不停地把好的资源，对吧？全国的资源往莫斯科、往圣彼得堡去输送，让那些莫斯科啊、圣彼得堡那些精英能得到满足啊，至少物质上要得到满足。那苦了谁呢？就苦了那些叶拉西村，就农村地区的这些俄罗斯人。哎，他们经济得不到发展，或者发展的非常慢，那个经济水平又低。征兵呢，大家可以看出来吧？莫斯科、圣彼得堡尽量少征，跑到莫斯科、圣彼得堡征兵啊，也是征那些从农村地区或者中亚地区跑到这个大城市打工的这些人，把他一把捉住，然后送去当兵。真正的莫斯科和圣彼得堡人，那是尽量少征，不能动他们。你越动，他们越反对。哎，他们本来反对的声音就大，普京对他们是安抚和讨好。那你钱从哪儿来呢？对吧？真要打仗，出力的是谁呢？就出人的，那就对不起啊，再苦一苦这个农村地区，哎，叶拉西村。为什么呢？因为这些地方人呢、啊，愚昧。就你越那让他付出，你又不帮他发展，你越从那儿压榨，他越支持你，他越认为离不开你。你只要一宣传啊，这都是为了祖国，为了国家，为了俄罗斯、乌拉。哎，这些人就很感动，只是自己能不能吃饱肚子，哎，自己这个孩子当兵，哎，这都无所谓，为国做贡献嘛。你看看俄罗斯就是这个现状，你越反对，你能越能得到实惠，你越支持普京，普京越要压榨，也因为这样安全呢，有利于普京的这个掌权呢。那从这个俄罗斯老百姓的角度来看呢，他为自己的这个支持，对吧？你支持普京啊，那你不能拿嘴支持啊，所以你得拿实际行动啊，所以你就得把孩子送到战场，哎，你这个地方就得穷一穷啊，现在苦一下。这没毛病呢、啊、这叫求人得人，求谁得谁。哎，你越这样他越支持普京，越支持普京，普京越要从你这儿这个要更多的支持，更多的奉献。然后对莫斯科和圣彼得堡人来说呢，你越反对的越多，这普京越要收买，就要保证你们的生活，保证不骚扰你们，对吧？打仗跟你没关系，全国哪儿饿死人，这莫斯科和圣彼得堡不能饿死人，要营造一种国际大都市，对吧？一种安静祥和蒸蒸日上的这么一个面貌。所以你越反对的人多，哎，得到的实惠越多，得到的好处越多。这个不能不说是个讽刺啊，实际上其他地方都差不多。如果你抛开这个城市和农村，对吧？不要城市、农村、城乡这个角度去看，你要从阶层去看的话，这个印度也是这样，就是收入越低的人越支持莫迪，收入越高的中产、民营企业，他越对莫迪有意见。那同样的啊，跟俄罗斯普京的做法一样，既然你这个低收入的人那么支持，那你就再苦一苦，再坚持坚持，再忍耐一下。哎，那些中产或者是搞企业的，他们现在喊受不了了，那咱们给他给点好处，缓一缓，给他宽松的条件等等啊，大家也看到了吧？所以这也是一种求锤得锤，求人得人。哎，这些中低收入的多锤一锤也好。那你不是喜欢吗？你不是支持吗？那你就多付出一点，苦一苦。啊，这是我啊，通过这个俄罗斯的啊这个街头采访100位这不同地方的人，这我得出来一些这个看法。如果大家觉得好像不是那么清晰的话，你可以把这视频再看一遍，你仔细看一看，然后对这个调查结果啊，你分析分析，研究一下，你就会发现这些规律啊。实际上这个规律啊，不光是俄罗斯有，实际上其他地方都一样。差不多，值得借鉴。有很多人呢，总是一厢情愿的想着怎么去帮助啊，解救这些低收入群体。低收入群体你是不能解救的。我记得谁哪个名人说过，你不要动穷人的思维，也不要动富人的利益，这两个啊都可以让你葬身火海。你动了穷人的思维，穷人反过来是要
反噬你的，因为人家本来挺好的，这个为国做贡献，你非要他告诉他说你这样不对。一旦他了解真相之后，他不会恨那些给他施害的那些人，他反而恨那些告诉真相的人。就谁让你把他从梦中叫醒了，你是罪魁祸首，否则他的梦可以一直做下去啊！我记得我有一次转了一个马芳啊，他的那个视频，他就说了，为什么很多人冲恩人呢，要反戈一击，伤害的最狠的就是你要解救的这些人，他反过来对你的伤害是最大的，就是这个道理。所以不要试图啊去说服这个印度啊这些底层的这些人，他们最好是按照他们自己的这个惯有的这个习惯思维去办事，他们遭到铁拳多锤几回，反复锤炼，这个才会慢慢的醒悟过来，或者叫觉悟吧。用网络上比较流行的一句话说啊，就是他们的认知啊配得上他所遭受的这一切，或者就是他的苦难配得上他这个认知，一点问题都没有。好，这期节目我们就聊到这里，感谢大家收看，如果喜欢我的节目欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。